В знак благодарности ныне живущим ветеранам и бойцам, не вернувшимся с войны, глава Химок в разных микрорайонах городского округа возложил корзины с гвоздиками у памятников воинской славы, которые ежедневно напоминают химчанам о героическом подвиге 75-летней давности. Дмитрий Волошин посетил обелиск, отстоявшим отчизну, и мемориал химчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Отдал дань уважения воинам, не вернувшимся с войны, у памятника «Скорбящая мать Всходняя» и на аллее памяти в микрорайоне Левобережный. Из-за пандемии коронавируса в торжественной церемонии впервые не смогли принять участие ветераны. С праздником их поздравили волонтеры и представители городской власти, которые обошли дома химкинских ветеранов, блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и тружеников тыла. Свыше 25 тысяч химчан воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. 7 тысяч из них не вернулись с поля боя.